участвуешь в некотором процессе, который меняет всю инфраструктуру, да, инфраструктуру предпринимательства в России. То есть, и вот быть причастным к этому – это очень круто. Всю информацию можно найти, это легко. А вот именно опыт найти по-прежнему можно только лично из уст в уста. Ментор, он часто смотрит на вещи по-другому, чем ты. Да, в принципе, разные предприниматели смотрят на одни и те же вещи по-разному. Мы приглашаем в проект бизнесменов, которые уже состоялись, как построили крупные компании. Есть какая-то компания, которая уже занимает определенное место на рынке, но ей совсем немножко не хватает для того, чтобы выстрелить, для того, чтобы выйти либо на международный рынок, либо на уровень федеральный. В этот момент появляемся мы. Я встречался с наставником, короткая встреча, ресторан. Я описываю свою проблему, грубо говоря. Человек просто говорит три фразы. Эти три фразы просто кардинально меняют мой взгляд на проблему. Через три дня у нас новая строчка в прайсе, у нас новый продукт, новое позиционирование. Через месяц мы получаем первый результат. Миссия проекта – это создание комфортной экосистемы страны. Похожие проекты в мире имеют сумасшедший успех. Они серьезно влияют на экономику. Как участник я жду новых, свежих взглядов. У меня есть некий такой вакуум менторства, я прямо его ощущаю серьезно, потому что последние там 5 лет мне приходится решать большое количество как бы бизнес-задач самостоятельно, да. И, наверное, сейчас я бы сказал, что вот такого человека нету, но если бы он появился, было бы просто шикарно. У меня есть ощущение, что вот на сегодняшний день я от проекта получил максимум 1%, потому что возможностей масса. Действительно ценно делиться тем опытом, который ты получил, и это ценно, когда он кому-то нужен. Как только наши ряды будут наполняться людьми, новыми людьми, наша экономика будет расти, благосостояние наших граждан и нас с вами тоже будет расти.